Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Наконец-таки долгожданная экшн-камера GitHub 2 приехала ко мне. Купил ее на GearBest по цене $105, за 495, по-моему, со скидочкой. А стандартная цена порядка $140. Вы спросите, почему GitHub 2, китайская камера? Объясню все очень просто. Долго посмотрел всякие разные видео, анализы, обзоры, сравнения с GoPro, естественно. Основной плюс, вернее первое, по моему мнению, плюс – это стабилизация изображения. Только в этой камере есть стабилизация изображения, и только эта камера сравнима по качеству с GoPro 3 и даже, наверное, 4 версией. Снимает она 1860 FPS, для меня это более чем достаточно. 4К, честно говоря, не особо понимаю, зачем надо, по крайней мере, на текущий момент. Вот цена в комплектации Pro, когда идут всякие разные аксессуары, в том числе водонепроницаемый бокс, тоже отличная. Бокс, кстати, подходит и GoPro, если что, как, собственно говоря, и все аксессуары. Плюс у этой камеры есть жидкокристаллический экран. Ну и ценник. Собственно, коробочка очень качественный полиграфический материал. И сам кордон. Так вот все оно упаковано. Очень приятное на ощупь. Клево. Вскрываем. И заглядываем внутрь. Внутри у нас такая вот чудесная карточка, рассказывающая о том, что как здорово, что мы присоединились к клубу любителей этих камер. Сама камера. Спереди и сзади защитная пленочка наклеена. А водонепроницаемый бокс. Можно с ней прям сразу нырять. Так, а как он у нас открывается-то? Опа. Вот так вот он открывается. Что касаемо самой камеры. Сделана она очень даже качественно. Это, собственно, указывалось во всех обзорах. И сейчас я вживую в этом убедился. Да, здесь идет аккумулятор в комплекте. Помимо тех двух дополнительных, что я приобрел. Аккумулятора хватает на 1,5-2 часа съемочки. Собственно, да, экран. Разъемы USB, HD, микрофончик встроенный. И кнопочка управления меню. Сюда вставляется карта памяти. Ну вот, собственно, вот эта камера сама. Вот это бокс, который подходит и к GoPro в том числе, как я говорил. Что у нас еще дальше в комплектации Pro есть? Раньше, говорят, была комплектация с пультом Wi-Fi. Но сейчас он там не идет. Не знаю, к лучшему, к худшему. Вернее, все всегда к лучшему, естественно. Так, внутри у нас вот этот защитный поролончик. И вот эта вот чудесная коробочка, в которой лежат все аксессуары. Давайте посмотрим, что там внутри. О, внутри там чудесная крышечка. Резиновая. Резиненькая. Которой можно прикрыть объективчик. По избежанию. Также внутри идет у нас, естественно, шнурок мини-USB. Что дальше идет? Фиксатор. Если пользоваться камерой без кейса. Как он настраивается? Видимо, она вот как-то вот так вот настраивается. Вот так вот, отличненько как. Далее. Инструкция на подробном английском языке. На русском языке, кстати, можно сказать, скачать с их группы ВКонтакте. На русском языке такая же инструкция есть. Да, кстати, вот эти вот все плюшки. Аксессуары у всех остальных камер покупаются за деньги. То есть самый Xiaomi. В том числе и этот кейс, который стоит, кстати, немало денег. Далее. Куча разных крепежей.
Номер раз. Номер два. Крепеж на ваш любимый байк, либо велосипед, либо байк-велосипед. Липучки на всевозможные органы тела и не только. Крепежи. И еще вот эти вот какие-то загадочные для меня крепежи куда-то крепятся. Ну, в общем, они все в комплекте идут. И это, я считаю, хорошо. И куча-куча пакетиков под всякие штуки. Вот, собственно говоря, и все, что мы имеем. Собственно, сама камера. В подарок к ней водонепроницаемый кейс. Куча крепежей незаменимых в хозяйстве. И удивительная прекрасная коробочка. Все за $105 с бесплатной доставкой курьерской до дома. Считаю, отличный выбор. Спасибо за внимание. Покупайте через интернет. Всего хорошего.